Вы на голосование по поправкам ходили уже? Сейчас пойду. Только идете. Как проголосуете? За. Почему? Потому что мне нравится все, что делается, что начали сейчас делать. Но конкретно нравится, что пенсии добавлять будут. Конкретно нравится, что из России, так сказать, уходить все не будут, будут оставаться. Нравится, что наши власти не будут гражданство чужое принимать. Все нравится, все нравится. И то, что будет индексация пенсии, и то, что будут дети в школе, начальное звено, все питаться. Мне все нравится. В этих поправках это все социальные поправки. Я не знаю, что там мне нравится-то. А обнуление сроков президента? Простите, но он же не сразу будет обнуляться и все. Будут же голосования, будет же голосование. Ну, во-первых, нету смысла, потому что Путин, хотите или нет, ну, типа, будет. И вот это все спор, то, что, типа, мы что-то голосуем, вы, ну, серьезно, новая конституция уже продается. Ну, типа, блин, ну что реально смеяться? И, типа, хоть какие-то дебаты и тому подобное, я считаю, что мы в выборах абсолютно никак не решаем. Вот это, конечно, то, что смехота, когда, знаете, делают то, что мы вмешались там в американские выборы, мы в свои не можем вмешаться. Вы что, гоните? Ну, посмотрим. Я еще не читала, не имею, где прочитать, где можно это узнать. Мы же не знаем, какие поправки и что она там говорят. Только о животных говорят. И для выгоды правительства все. Все для правительства. И для высших инстанций. А для нас это мы как бы второй сорт. Ходили, да, все меня устраивает. Все хорошо, все грамотно. Вы за проголосовали? За проголосовал. А почему, расскажите? Ну, потому что старая конституция уже, конечно, может быть, что-то уже исчерпала свое. Если мы все говорим, что у нас движение вперед, значит и Конституция должна двигаться вперед с какими-то изменениями. А обнуление сроков Путина? Значит, что хочу сказать. Как сегодня тревожно в мире, вот, как вне, так и внутри, менять президента ни в коем случае нельзя. Иначе порвут Россию на части. Вы в период пандемии пошли бы голосовать? Ну да, наверное. А как бы проголосовали, если не секрет? Против. На мой взгляд, тот вот ролик, который о поправках вышел, он был довольно-таки гомофобный. И мне кажется, поправка, одна из поправок закрепит вот эту дискриминацию уже на законодательном уровне. Также упоминание Бога в Конституции, мне кажется, не очень корректно.